Всем привет, друзья! Вы на канале Gadget Page. Пришло время подвести итоги розыгрыша двух пылесосов Jaskin, который я объявил 2 недели назад в ролике обзоре на этот пылесос. Напомню, что были простейшие условия, по которым нужно было подписаться на наш канал и открыть видимость подписок в своем аккаунте, чтобы это можно было проверить. Также от вас требовалось написать адекватные комментарии с контактом для связи на случай выигрыша. С помощью рандомайзера комментариев мы сейчас узнаем двух победителей, которым достанется по одному такому пылесосу. И также проверим, соблюдено ли условия подписки, чтобы все было по-честному. Итак, вот наш обзор с конкурсом, копируем его ссылку и вставляем в рандомайзер. На сегодняшний день под роликом 1062 комментария. Пару мгновений и мы увидим первого победителя. Комментарий уже на экране. Выпал пользователь под именем Иван. Давайте перейдем на аккаунт и проверим, соблюдено ли условия подписки. Итак, список подписок не скрыт. Ищем в этом списке наш канал. И да, подписка на месте. Счастливчик Иван становится первым победителем и обладателем нового пылесоса Jaskin. Поздравляем. Еще пару мгновений и мы узнаем второго победителя. Крутим рандомайзер еще раз, и еще один победитель уже на вашем экране. Выпал комментарий пользователя Евгений. Перед поздравлением проверим условия подписки. Аккаунт открыт, и в списке также есть наш канал Gadget Page. Теперь можно поздравлять. Это еще один победитель, который забирает пылесос. Итого у нас два счастливчика победителя. Иван и Евгений. Если вы смотрите это видео, еще раз поздравляю. В комментариях также были указаны контакты для связи, по которым мои коллеги свяжутся с вами и обсудят отправку пылесоса. Всем остальным спасибо за участие и не расстраивайтесь, если выиграть не получилось. Впереди вас ждут и другие конкурсы с интересными призами, не переключайтесь. Увидимся в следующих обзорах на канале Gadget Page. Всем спасибо за просмотр, всем пока.